вас там что? Да тоже ничего. Рыжего забирают тоже в армию. Да? Да, сегодня я пошла в магазин. Светка, смотрю, зареванная. Я говорю, что вид-то такое, не поняла. Она говорит, что? Ну, он же там, в Амурской области. Ну. Принесли тоже повестку и, ну, написали, что он в Амурской. Поедет оттуда, с Амурской. Ну, значит, говорит, значит, его вчера загнали уже к нам в часть. Не знаю, куда, ну, я не знаю. Да, ну, пришла эта повестка ему еще или нет. Но она написала, где он есть, конечно. Все воют, все ноют. У Алки, по моей пронькинской подруге-то, второго сына забрали. Прям вчера забрали и вчера увезли уже. Везде вой стоит женский, бабский. Как мне бесит правительство. Он такой тупой, а просто я. Начинается. Все, по телефону ничего не надо говорить. Че, ну да посадят, да и посадят, да все равно не нравится. Ну вот как хорошо. Ничего не делаешь, че, никуда тебя не засылают. Сейчас так и будет, сейчас будет полстраны сидеть, полстраны воевать. Можно сесть. О, че. Половина сядут по-любому. Вчера ты, твой голос мне лучше нравился. Вчера ты веселый был, нормальный, а сегодня опять началось. Да как тут веселиться? Они ждут, чего ждут, пока всех побивают мужиков в стране или что? Я вообще не Ну понимаю. Надо же все делать официально, сына. Да что надо? Все официально. Что официально? Да. Официально. Они фосфора у нас кидают, мы кидаем. Что официально? Ничего не официально. Все. С лица земли стереть эту хохлянду, чтобы до Польши отлетели. Чтобы больше рот вообще не открывались. Так Польша, подожди, делать. У них еще заберет земли. Да ты заберет, главное, чтобы она у нас ничего не забрала. Она сейчас у нас заберет, это Польша все. Они у нас заберут. Да, 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 с таким правительством, да, мы уже поняли, как они там Изюм отдали, где там 20 тысяч человек лежит. Не знаю. Не первый день в этой каше крутимся.